Там что-то было. Глянь на пять. Понял. Видно что? Тут никого. Там что-то мелькает. О, нет. Ляха, отдохни. Прощайся с жизнью. Нет, 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 нет! Есть там кто? Чего не отвечаешь? Чуть-чуть.
Сосредоточиться! Ладно. Куда мне? Охренеть!
жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровище, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Нейт, нам сюда. Пылища. А то какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Ты смотри, это вовсе не хижина. Ага. Тут поработали хорошие каменщики. Да, но откуда они взялись? Обычно на корабле могли быть плотники, бочары, но не каменщики.
Я бы сейчас все отдал за камеру. Ну, она есть. Да ладно, ты серьезно? Да, да. На катере, с остальным бараком. А, смешно. Давай. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. Ах, слишком высоко, не залезть. А, давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Ты должен это увидеть. Ух ты. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да. Посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... У меня дар речи.